отдельно. Мы на канале Рыбакит. Сегодня мы делаем на скретч-нотах снеговика, Вань. Давай. Угу. Так. Ну, его, я думаю, просто будет. Очень просто. Ты думаешь? Палка-палка, огуречек. Вот тебе новый скретч-нот. Нет, сделай хорошего, красивого. Крабик. Да, тут пока Ваня будет начинать, я покажу, что я нарисовал на... для скретч-нота и рыбакитбокс. Рыбакитбокс, там я учу рисовать вот как вот такие штуки да. рисовать. Прикольно, мне это нравится. Здесь круто. Есть и такая вот штучка. Ребятки, зацените. Ставьте лайки за этим рисунком. Ну, не надо нам лайки. Нам просто рисуйте тоже. У меня сейчас мозг сломается. Рисуем снеговика, тоже постарайся что-нибудь красивое нарисовать. Просят вас нарисовать новогоднего кита, то есть как аватарка вашего канала. А, рыбакит новогодний. Ну, может, нарисуем, но сейчас мы нарисуем снеговика. Василина, Кате 8 лет. Снеговик – это тоже неотъемлемая часть Нового года. Это традиция. Традиция, да. Нужно обязательно лепить снеговиков в начале зимы и в конце, или вообще, когда у нас получается. Вообще, когда снега я думаю, уже во многих городах уже отлепили снеговиков, уже все забыли про них. А у нас, в Краснодарском крае, очень хорошая погода, теплая. Очень хорошая. И из-за этого получается, что мы еще даже не лепили снеговиков, даже еще ни одного не слепили. Хотя ждем, и мои дети ждут, которым по 3 года, по 4, они тоже ждут, когда же мне лепить. Вы крутые, желаю вам... О, слишком много нолей, подписчиков. Уж, спасибо, ребят, спасибо, рисуйте тоже. Так, а как нос нарисовали? Вот это вот, имитацию ноша, потому что он как бы реальный. Вот. Нос? Да. Ну как вот я нарисовал? Ладно, ну, я попробую. Как-нибудь изловчись. У нас сейчас 19:02, Марина. Наверное, из других городов пишут. Ну да, там есть такие, которые не по МКС живут же. Например, тут есть один знакомый сейчас, который около на 2 часа больше. Рыбакит класс, кто не верит, тому глаз. Ну это такие стишки мне пишут в комментах. Микростишки. Обычно, да. Василиса Коломеец. И кто не знает про скретч-нот еще, расскажите мне. Я надеюсь, что все теперь знают, потому что смотрят мой канал, я как бы часто рисую на скретч-ноте. Это что-то похоже... Особенно помнишь наш этот... Да, мы даже забурились и много рисовали. Это было слишком сказано. Да, много рисовали, прям сколько? 2-3 скретч-ноты рисовали. Ну, нет, 4. Даже, может, больше. Довольно интересно рисовать, вот можно рисовать прям очень легко. Так, Кэт, что? Стой, читай, передавай всем привет, давай. Я сейчас, я на в туалет пошел. Туалетный юмор, да? Продолжаем. Нет. Пиццу? Ну, она, мне кажется, пицца – это еда не новогодняя. Новогодняя еда – это... Это салат оливье. Это мандарины. О, тут точно. Мандарины? Вот это новогодняя. У меня, кстати, есть там. Ананасы. Я знаю, что я вам не дам, потому что у вас наверняка аллергия. Можно узнать вот, насчет ананасов или там вот, как его называют, елка или наподобие, короче. Большого такого апельсина, который надо, короче, как гранат сделать. Да. Как называется? Да, ёлка же, да? Нет. А как? Называется она помело. А, помело. Помело, да. Думаю, её ёлкой называют по привычке. Но она пахнет так душистой, помело, и он продается в магазинах. Да, вот я думал, можно ли его считать... Новогодних? Ну, так как у нас на Новый год, я думаю, что мандарины только в России же считаются новогодними. Не Абхазия, например, а что? Ну, они... Ну, Россия, Абхазия, это не Россия, разве? Ну, в смысле. А, одно рядом находится, одно рядом другое. Беларусь, у них картошка, наверное, на Новый год. Нет, я думаю, нет. А что? Думаю, нет. У них тоже мандарины и так далее. А в других странах они другую еду на Новый год делают. Они там печенюшки себе делают. О, вот я помню, короче, это у нас же, по-моему, в конце сентября, что ли, проводился этот день встречи этих иностранцев. И, в общем, такая штука была, там итальянец пришел к нам. И давай вам пиццей кормить. Нет, он нас наоборот накормил печеньками, которые они делают на Новый год, да. Ну вот, видишь, другие. Вот эти вот фундук, в общем. Там получается фундук, я раскусил, так сказать. В других странах не едят мандарины. Пока что не едят. Ну. Если бы они у них были, они бы, может, ели. У них есть, но они их летом едят, просто у нас их зимой привозят. Да. Рисуем на скретч-ноте, и, ребят, если у вас есть скретч-нот, рисуйте тоже, я советую. Это самая классная вещь, которую я когда-либо услышал. Спрашивай, много видео? Завтра?
Ну ты, Катя, можешь сама ответить. Это твой ответ. Катя сказала да, но я знаю, что Катя часто устает. Если она не устанет, то мы будем рисовать бесконечно. А если она устанет, то мы пойдем отдохнем, а потом опять будем рисовать. А я нытик, поэтому так долго не протянем. Василиса спрашивает, вы любите Оливье? Ну, как бы любовь такая, чтобы совсем прям, не знаю, ну, я бы покушал как бы Оливье, но не всегда там хочется. Иногда хочется мандаринчика все-таки. Не, мандарин это самое классное. Миша, желаю вам то ли 5 миллиардов или 5 триллионов, не знаю, подписчиков. И еще желаю, чтобы вы стали самыми лучшими художниками. Спасибо огромное. Ну, мы, может, художниками, не все хотят стать художниками. Если даже, вот, например, если человек рисует или поет, он не знает, что он хочет художником или певцом стать. Ну, просто ему нравится. Супер-карандаш, приветик тебе. Супер-карандаш. Кстати, кому-то тут еще нравится наше видео. Он нам пишет, ваш канал супер, смотрю каждое новое видео. Спасибо, супер-карандаш. Ну вот, скрыч, ну, мне хочется разнообразить, и вам, если советую, если вы молодой... Люблю Катю. Это хорошая, как бы. Я тоже люблю Катю. Мы все любим Катю. Да, меня никто не любит. Почему? Мы тебя тоже любим? Да, 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 да. После Кати, как бы, ты второй. Не, я подозреваю, что меня после Вовы любят. Я уже третий. А вы любите? Я четвертый. Передаем Тимуру Кубайкину привет. Василиса опять. Суши. Суши бар. Самое отвратительное. Мы любим суши, но не часто. Я не могу есть, у меня плохо. Давай показывай до конца, Рез... доделывай. Ну, доделывай или нет, еще доделывай, доделывай. Рез благодарит нас за прекрасные уроки. Ну, сейчас это даже не уроки, а просто рисование и болтание. Если у вас есть веселье. Возможность помочь каналу, мы собираем на супер HD камеру, чтобы у нас было еще супер качественное. Да, HD, я не знаю, DR, не DR. Соня пишет, просто... я вас всех люблю. Спасибо. Давай, Вань, показывай, мы заканчиваем. Я такие уже снежинки. Снежинки? Нет, большие не рисуй, давай покажем. Вот у нас получились такие вот веселенькие ребята. Очень веселенькие. Снеговики, мы сегодня такое все новогоднее, готовимся к Новому году. И мне кажется, зачет обязательно, зачет. Это, наверное, мне спасибо за прекрасные уроки. Да, а я думаю, что с тебя срисовывают прям. Надо какого-то монстра нарисовать. Это я красавчик, в этом я красавчик, меня рисуете. Кира Соловьева, приветик. Марина Козлова спрашивает, сколько вам 7 лет? Ей 9. Надо складывать все. Катя, тебя спрашивают, о чем, что ты любишь? Ну не знаю, так спрашивать. Что ты любишь? Хороший ответ. Тимур спрашивает, завтра будет много видео? Завтра я... Все будет зависеть от Кати. Катя отвечает, будет или не будет. Она Катя главный, короче. Спит до 2 часов, к примеру, да, Катя? Иногда она встает рано. Если она встанет рано и приедет рано, то мы будем рисовать... 9-10. Ну, ай. Значит, будет. Если она приедет поздно, значит, будет перерывчик небольшой. Угу, и металл.